Всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать. И сегодня у меня распаковка одной большой посылки. Огромная. Тут очень много всего. И давайте начнем. Посмотрим, что я заказала. Что мне пришло. Как все это выглядит. Так, начнем с фольги. Ну, не знаю, фольга это или битое стекло. Сейчас посмотрим. Наверное, битое стекло. Я никогда не могу понять у продавца, что это такое. А может быть и фольга. Такая тоненькая. Не знаю, девчонки. Будем смотреть. Такие классные цвета, бензиновые. А может это и фольга, правда. Очень тоненькая. И такая лимонная. Фиолетовая. Это тоже фиолетово-зеленая. Почему-то плохо отображаются цвета, наверное, из-за фона. Это синяя. Как вам, кстати, темный фон? Я все экспериментирую. Такая голубая. Сине-фиолетово-голубая. И с золотом. Так, серебро просто. Золото. Ну, классный, кстати, наборчик, интересно. Вот такая вот единорог. Что-то так их много тут разных. И такая фиолетово-зеленая хамелеон. Тоже бензиновая, очень красивая. Так, красная, оранжевая, огненная. Затем голография. Так их много, тут классный набор, правда, девчат. Так, тут две у нас слиплось. Вот такая вроде была уже, похожая, или мне кажется. Так. Или это что, два одинаковых, что ли, не пойму. В одном пакете. Или мне кажется, что они все похожи, конечно, друг на друга. Но все-таки разные. Вот такой вот наборчик. Затем с цветочками что-то. Сейчас мы посмотрим, маленькие они или... Да, маленькие. Я думала, может быть, это одна большая сложенность. Так, ну что, будем смотреть. Вот такие красивые цветы на леопарде. Такие мелкие. Ну, тоже достаточно четкие, неплохие. Так, здесь что? Такие осенние больше. Ну, вот это мне не очень нравится. Какой-то он как клеенка на столе лежит, которая... Такие розы. Так, ну вот тут вот плохая печать. Мне не нравится. Так, здесь все слиплось опять. Здесь тоже не очень такая яркая. Вот такая. Здесь вообще непонятно будет на ногтях, что за цветы. Ну и вот это тоже какой-то на любителя, скажем так. В общем, набор не очень. Ну, на мой вкус. Еще одна посылочка у меня сегодня на обзоре от компании P de Paris, которая предлагает нашему вниманию улучшенную версию знаменитых брендов. В составе продукции только натуральные ингредиенты, а значит, она безопасна и не аллергична. Так, я открыла сейчас коробочку. Здесь просто стоит невероятный аромат. И давайте посмотрим, что я заказала. Так, здесь у меня два автопарфюма. Так, не написано. Вот здесь, наверное, написано. Это, по-моему, блюдо Шанель, что ли. Мужские обе. Так, здесь просто вот, чтобы ничего тут не пролилось, не помялось. Так, второй автопарфюм Home Sport. Тоже мужской, естественно. И два женских аромата. Здесь Линтердит должен быть. Да, вот Линтердит. 100 миллилитров. И еще одна. Должен быть Киллиан. Плохая девочка. Так, хорошая девочка. Так, здесь у нас сертификат соответствия. Вашему вниманию предлагаю. Посмотрите. Все замечательно. И давайте посмотрим поближе. В таких коробочках упакованы автопарфюмы.
пожалуйста, смотрите в состав парфюмерной одушки, меры предосторожности, условия хранения и так далее. Производство город Белгород. И сейчас мы посмотрим. У меня уже не первые эти автопарфюмы. Такой автопарфюм у меня уже есть. У мужа он висит уже, я не совру, 5 месяцев. И он еще на донышке есть. У него парфюм. И он замечательный аромат дает просто на весь автомобиль. Даже по словам моего супруга, он очень привередлив к автопарфюмам. И он очень доволен именно вот этой фирмой, Пе де Пари. Аромат классный. Мужской, такой свежетерпкий. Очень интересный. Это у нас был блюдо Шанель. К сожалению, оригинал я не знаю, похож ли или нет. Но очень приятный аромат. Такой необычный достаточно. Не приевшийся. Так, и второй. Так, и здесь... Allure Home Sport. Тоже очень-очень пахнет. Прямо из коробочки, когда вытаскиваешь, прям аромат такой стоит. Вот он похож. Его я пробовала. Это когда-то давно. Он такой свежий, тоже очень интересный. Не могу по нотам определить, но не избитые ароматы абсолютно. И вот только два мужских там было автопарфюма. И качество очень шикарное, просто классное. До сих пор в машине пахнет, хотя парфюму уже прошлому 5 месяцев. Так, посмотрим теперь мои ароматы женские. Так, здесь у меня Киллиан. Девочка хочет быть плохой или плохая девочка хочет быть хорошей, что-то такое. Как переводится, не знаю. И, по-моему, у меня уже такой есть. Не знаю, я настолько хотела его попробовать. Оригинал, с оригиналом я не знакома, к сожалению. Но мне он очень понравился. Вот пахнет цветочный какой-то аромат. Очень интересный. Нет, у меня такого нет. Цветочно-пряный аромат. Я хочу обратить ваше внимание на упаковку. Компания изменила упаковку в плане того, что у них теперь нет стекла. Они теперь эко-френдли и... Только пластик у них, причем минималистичный, без ярких кричащих цветов. Здесь только натуральные компоненты в составе, и упаковка это отражает. Нет никаких привлекающих факторов, то есть здесь весь эксклюзив находится внутри. Маслянистая структура, стойкий аромат, безопасность, неаллергичность и полностью раскрывается на теле. То есть этот аромат, он никогда не будет одинаковым на нескольких людях. То есть он эксклюзивный и индивидуальный. Так, и упаковка мне вот сейчас больше нравится, что она такая длинненькая, будет места мало занимать. Ну, здесь ничего необычного нет. Обычный спрей. Очень классно пахнет. Не знаю, это Киллиан. Я не пойму, чем. Вот он раскрывается, сейчас время проходит, он уже не цветами пахнет, мускусом и еще чем-то, не пойму. Но очень шикарный аромат, неизбитый тоже, повторюсь, оригинальный. Так, и еще у меня здесь Линтердит Живанши. Этот аромат у меня есть, и хочу сказать, что он практически один в один, как оригинал. Здесь виноград. Очень тяжело найти виноград, который не будет химическим запахом отдавать, а именно... Такой вкусный, сладкий виноград Изабелла. Вот если вам нравится такой аромат, хотите попробовать, вот, пожалуйста, Линтердит. Это про него. Тем, кто любит виноград в духах, пожалуйста, попробуйте Линтердит. И, к счастью, у нас есть возможность попробовать улучшенную версию. И к стойкости у меня вопросов нет абсолютно. Еще здесь вот такие порошки. Они все повысыпались, плохо закрыты. Ну, просто для посыпания, либо для добавления их в гели, чтобы делать замесы. Закрываться оно уже не хочет по-нормальному, потому что там песок уже попал. Так, кораллово-зеленый перелив. Я не знаю, видно вам перелив или нет. Здесь тоже вот имеется. То есть он не просто фиолетовый, он фиолетово-зеленый. И розовинка какая-то там проглядывает. Так, здесь кораллово-зеленый тоже. Вот здесь, что ли, видно вот так вот.
Так. Розовый. Сейчас откроем. Может, будет лучше видно. Так, у меня просто очень сильно засвечивает камера. Ну, вот здесь видно. Тоже зеленоватый такой перелив, как русалка. Также бирюзовый. Бирюзовый у нас это весь слипся. В общем, перелив везде одинаково зеленоватый. Так. И два зелененьких. Точнее, зеленый и лимонный. Ну, вот это тоже очень симпатичен. Тут еще темно-зеленые такие блесточки проглядывают. Мне прям под ногти как раз. И вот такой вот еще лимонный. Очень симпатичный, очень интересный. Вот так покажу, чтобы видно цвет был. Тоже здесь и розовые блесточки там видно, зеленые. В общем, вот такие вот порошочки. Здесь же еще сразу достану порошки. Тоже все. Тоже все высыпалось. Все в блестках. Вот они открываются уже сами по себе. Так, номер 06. Такие розово-блестящие. Очень красивые. Но такие тоже крупноватые, такие же, как и те. Ой, конечно, все у меня в этом блестках. Здесь что? Здесь микс, наверное, какой-то. Кружочки вижу. Цветочки. Ну вот, видно. Очень прикольный. Мелкие есть, и покрупнее цветы и кружочки. Да, вроде больше никаких фигурок здесь нет. Ну, вот такой вот интересный. Это цветы или что это такое, не пойму. По-моему, цветочки. Так, здесь, наверное, то же самое, только... А, здесь вижу бабочки. И кружочки. Светло-голубой. Немножко он на камере поярче кажется. Ну, он такой бледненький. А на гель-лаке вообще так будет, наверное, не понять, какой цвет. А здесь звездочки у меня разного размера. Такие стандартного цвета. Зеленым переливаются, розовым. Так. Ой, все вообще открытое. Ну, как так можно? Здесь серебро, серебряные такие блестки тоже, посыпушки. Баночка неплохая. Так, и здесь, я так думаю, что их должно быть больше, они просто все высыпались. Ну и здесь стандартные блестки, оранжево-голубые с зеленым. Вот такие вот. Так, еще здесь дип-пудра. Я взяла ее не по прямому назначению, а как просто... Ну, для дизайна. Давай посмотрим. Ой, какая красивая. Она нежно-розовая. Вот здесь вот видно. Прям переливается розовый розовым. Вот я убрала подальше лампу. Ну, вот он прям нежный-нежный, очень красивый. Ну, интересно, кто-нибудь пробовал вместо дизайна дип-пудру использовать? Как ваше впечатление? Так, еще много фольги. Может быть, кстати, я несколько посылок сложила сюда, поэтому ссылки могут быть на разных продавцов, просто я уже не помню. Я могла такое сделать. Так, вот такая интересная. Что-то не помню такую, чтобы я заказывала. Ну, как обычно. Так, на прозрачной основе. Все с ангелочками. Очень интересно. Так. Ну, вот это какая симпатичная. Нежные такие цветы. Так, нарциссы. Да, интересно.
Сделает кто-нибудь такой маникюр? Или нет? Вы бы сделали, девчонки? Я бы, наверное, не решилась. Что-то и зачем я заказала, интересно. Ну, интересно было посмотреть, что это такое. Так, набор с ангелочками. Просмотрим. Следующее. Так, тут что-то на прозрачной основе. Смотрим. Какие яркие цветы тут. Обалдеть, какие они это. Прорисованные, четкие. А роза вот эта синяя с капельками дождя. Какая прелесть. Очень красиво. Жалко, что она маленькая. Так, дальше вот такие цветочки, ромашки. Сухоцвет. И всякие. Очень тоже классная фольга. Почему не делают такие большие? Я нигде не видела. Толку вот от этого маленького кусочка. Такая четкая, красивая. Обалдеть. Очень классная. Прям захотелось что-нибудь с ней сделать. А это лето. Просто подсолнухи. Лилии. Красота. Здесь тоже очень яркие цветы. И вот желтенькие. В общем, очень такой яркий набор для ярких личностей. Васильки, да? Но очень много роз в этом наборе. Ну, классные цветы. Обязательно я что-нибудь с ними сделаю себе. Орхидеи, да? Вот это вот, какая красивая. Ну, наконец-то, хоть что-то новенькое. Как-то я раньше не видела такого набора. Не видела. Может быть, в большом формате есть такие варианты фольги. Если кто-нибудь знает, кидайте мне ссылочки, девчонки. Так. Не хочет открываться. Прям крепкий пакетик такой. И здесь что? У нас тоже цветы. Фольга тоненькая-тоненькая. Так, вот это вообще какая-то грязь. Ну, это тоже такое на любителя, колхозное какое-то. Ну, вот эти ничего, цветочки красивые. Здесь тоже красота. Вот этот не очень понятно, что здесь. Какие-то узоры с бабочками. Ну, тут качество печати не очень. Тут тоже как-то не сильно четко. Все в общую массу слилось. Ничего не понятно. Так, черная с розовым. И вот такая тоже. Ну, не знаю, это тоже на любителя. Мне не очень понравился наборчик. Ой, все поприлипало. И вот этот, мне кажется, интересненький какой-то. Сейчас мы его посмотрим. Так, что тут? Ну, вот это не хочет разлепляться. Вот. Так. Вот такая. Узор интересный. Здесь шкуры, что ли? Рептилии. Класс. Зеленая с синим. Угу. Прелесть просто. Мне очень нравятся такие рисунки. Но вот тут не очень понятно. Шкуры с розами. Это красивая. Зелененькая тоже классная. И вот такая вот разноцветная. Красота. Еще у меня тут фольга. Это что, такая же, что ли? Ну-ка сейчас посмотрю. Такая же цветочная, похоже. Или не такая? Не, ну вот эта роза точно была. И эти были, да, то же самое. Такой же наборчик. Затем у меня какая-то еще вот лежит. Какая-то цветочная. Сейчас мы ее посмотрим. Так. Здесь у нас розы какие-то. Хохлома как будто, да?
Или как это называется? По-моему, хохлома. Роспись такая. Ну, будут, может быть, пользоваться, не знаю. Что еще у меня в этой посылке? Так, вот такие вот дисплеи для чипс. Ну, обычные пластиковые эти куски пластика. Сюда приклеиваешь чипсы, и получается демонстрационный такой образец. Их тут сколько-то штук, не помню. Там можно было выбрать у продавца, насколько я помню. Еще вот такая здесь у меня посылка. Это сменные файлы или как там, сменные карандаши для воскового карандаша. Очень удобно, что они в таких, ну, в контейнере в таком, в каждой в отдельном боксе. В общем, классные штучки, обязательно пригодятся. Затем у меня здесь еще слюда, которая тоже вся высыпается, по-моему. Так, вот такая вот красота. Это тоже можно как выкладывать около кутикулы, делать дизайны. Очень популярные сейчас. Либо добавлять в гели, в замесы. Она мелкая, будет классно. В общем, вот такие вот цвета замечательные. Сейчас мы посмотрим. Опа. Насколько они тут крупные. Ну и разные совершенно. Есть и крупные, и мелкие. Вот, причем вот эти, по-моему, самые крупные, остальные вроде мелкие. Вот, ну такая вот палеточка. Так, еще фольга обнаружилась. У меня таких уже две точно есть. И в распаковках они у меня были, но покажу все равно. Так, здесь надписи или буквы, как это сказать. Ну, вот такие золотые. Вот такая мелкая. Вот эти, кстати, практически не видно на этом, на гель-лаке. Поэтому с мелкими надписями мне не очень понравились. А вот эти классные. Вот она даже черная, ее очень плохо видно. А если она золотого цвета, то ее вообще не видно. Так, вот такая голография. Белая красота. Вот эти вот крупные надписи. Потом, значит, здесь что? Мелкие, белая голографическая. Вот это вообще не видать. И вот такая вот тоже песочная. Так, еще у меня здесь вот такое перо. Подставка для демонстрации дизайнов, опять же. Ну, для фотографий. Для... Ну, скорее всего, для фотографий, для видеозаписи. Вот тоже так же наклеиваются типсики сюда и... Красиво смотрит. Вот такое вот. Оно не сильно, конечно, качественно сделано. Можно даже обрезаться. Вот, ну, вот такая вот штучка. Следующая вот такая вот клейкая лента. Она... Это, наверное, как двусторонняя лента для приклеивания типс на вот эти штучки. Вот я взяла попробовать. Потому что пластилин, вот этот, на который я приклеиваю канцелярский, он такой дорогой достаточно. Вот, почему-то здесь заклеен только с одной стороны. Здесь очень все липнет, просто нереально. Вот такую вот. Буду пробовать приклеивать типсы. В этой посылке вот такие пилочки. Они должны были быть 12 сантиметров, насколько я помню. А пришли они мне 4 или 5 сантиметров. Ну, в общем, для чего они мне, я ума не приложу. Это просто смех какой-то. Делить такими. Это просто мучиться. Ну, в общем, да, и, конечно же, их тут еще и много. В общем, такая вот хрень. Так, девчонки, выудила еще два пера. Золото-серебро. Оказывается, у меня их три. Золото-серебро и что-то между ними. Вот такие вот. Точно, три было. Ну, вот. Теперь я вспомнила. Тоже очень прикольные штучки. Буду пользоваться для фото, для видео. Выложить типсики красиво. Так, и последнее, что здесь есть, это набор слайдеров. Сейчас мы их посмотрим. Тоже какие-то цветочные я набрала. Угу, очень красиво.
Так, вот такие у меня есть уже. Так. Да, такой у меня где-то есть уже наборчик. Но там уже нескольких нету рисунков. Вот это очень красивые, нежные такие веточки. Ну, симпатичный такой, цветочный. Вот это вот сирень такая, да, есть у меня. Вот эти веточки очень тоненькие, красивые. Так. Какие цветочки яркие. Ну, здесь не очень хорошее качество. И вот такие два. Ну, все. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.